здравствуйте, друзья. Я обычно не докладываю, там, когда у нас начинается онлайн-класс, но в прошлый раз меня что-то критиковали, что вот люди хотели попасть и не знали, когда и чего. Но раз такое дело, 20 апреля у нас начнется новая группа через 2 с небольшим недели. Начнется новая группа, и правила те же, что и были, то есть это стоит $1000, это дается первые 3 урока для того, чтобы посмотреть, нравится тебе или нет. Если решил остаться, значит, то тогда платится вот это вот там $1000, тебя переводят в другой блок, где люди продолжают курс. Ну что еще там, даже не знаю. А чтобы туда попасть, достаточно просто в скайпе мне написать на М Портнов. М как Михаил, Портнов как Портнов, значит, одним словом. Вот вы мне говорите там, пишите в скайпе, говорите онлайн-класс там. Еще лучше написать онлайн-класс, апрель 20. Я вас сразу заброшу в эту группу. И в этой группе через несколько дней, буквально на этой неделе в конце, будет инструкция о подготовке к первому уроку. О подготовке к первому уроку 20 числа. То есть схема такая, что человек сначала делает некоторые задания, а потом мы собираемся в классе и обсуждаем, как это задание было сделано. В этом курсе, он у меня по порядку 25-й. Вот мы начинали почти 6 лет назад. Это было в мае. Это было в мае 2011-го. Да, и я продолжал использовать там какие-то записи тех лет. Ну, может быть, не 11-го, а там 13-го. Вот, и я подумал, что надо бы их переписать. Так что я именно в этом курсе буду менять как бы то, как мы это делаем, осовременивать, можно, может быть, надо так сказать. Вот, хотя на самом деле там все время какие-то перемены есть, и к этому курсу добавится, ну как бы сбоку, да, не за деньги, а так, значит, добавится немножко автоматизации. Хотя надо сказать, что автоматизации сейчас и без нас столько, что вот было бы только желание, мне кажется. Полный YouTube, и на Гугле всего полно, там, если поискать, очень много. Ну, может быть, именно как вводную такую вещь сделать. Вот, мы туда подключим. И заодно уже, я обещал сделать там по-русски несколько занятий по автоматическому тестированию. Я сделаю и отдельно отпишусь, просто мне нужно закончить группу. Завтра у меня закончится группа, которую я веду. И после этого у меня немножко руки, так сказать, развяжутся, время появится, я смогу этим заняться. Все, друзья, счастливо и до скорых встреч!